Когда стоишь на похоронах, и твоя ставка на 200 рублей зашла. На 1х ставка? Что-то не нравится мне здесь. Зря мы вообще сюда полезли. Че, блядь? Ой, нахуй, я думал, это в видосе музыка играет. Господи боже. Я сейчас думаю, чего, блядь? Какого хрена? Это жаба, которая под водой, в общем-то, живет, вроде как. Я могу ошибаться, конечно, но если что, она не умрет. А может быть, умрет. Ребята, очень приятно. Мы с другом впервые не съебались с физры и физрук. Лицезреть такое количество людей. Мы очень ценим это с Егором, но, пожалуйста, вы будьте аккуратнее, потому что из-за такого количества людей просто сейчас приедет. Да задолбали с этим МБУ, Сош! Это я, когда в школе учился. Да блядь! Ты достал хвастаться новым телефоном, я не хвастаюсь, так же я, когда мне позвонили. Да, мне сейчас позвонили. Ты заебал, алло. Да. Алло, я тебя слушаю. Говори. Да, я тебя тоже слушаю, говорим. Да, продавай завод нахуй. Все, я понял, хорошо, продаю. Алло, кабан, да, все. Привет. Так, извините, мне позвонили, да. Да, мне тоже позвонили. Девочки, блин, моя подруга живет в соседнем доме, мне лень за ней идти. Пацаны, когда их друг живет на другой планете. Моя жизнь, если бы у меня не жирнели волосы через день после того, как их помыл. У меня, кстати, вообще никогда, походу, они не жирнеют. Даже если их неделю не буду мыть. Но я как бы мою голову каждый день, но у меня еще не было такого, что они прям какие-то жирные становились. Я не знаю, может, они настолько уже засохли, блядь, от этого шампуня, что... Вот такая ситуация, но хз. Я настолько худой, что мне даже волосы жирными не становятся. Ну вы поняли, да? Чаще всего люди просто волосы часто трогают, вот и жирные. Ну так как у меня башня, я вообще волосы не трогаю, чтобы вы понимали. Вообще. То есть я помыл, построил башню, и до следующего дня я к ним вообще не прикасаюсь никак. Вообще никак. Я записывал голосовуху, но она не отправилась. Так там же можно повторно отправить. Это же сообщение, повторно отправляешь и все. Договариваюсь с другом не материться весь день. Я тебя люблю. А, да. Тяжело. Мы, которые не знаем, как теперь начать диалог. Тяжело. Кто? Банни Хоплю? Пиу-пиу-пиу-пиу! Ох уж эти шутки про CS GO. Ой, а кто это такой красивый? Можно погладить? Собачку. Так на что мне собачка? Забивись нахуй, а? Ой. Удачи. Агрессивная собака. Нихуя себе. Подожди. Ой. Он показался, я думал, там пальма растет еще. Нифига себе, Лос-Анджелес, что ли? Какой-то русский район. Доброго дня. Я спокойно доначу в Steam 3К рублей и забываю удалить смс. Я говорю маме, что я в своей комнате в наушниках и что я не услышу, если она будет кричать с кухни. Также она, когда я не ответила на вопрос, который она задала с Юпитера, нахуй. Пау, белый, сука, попал его тело.
Ну, разминался нормально. Мемы про CSGO. Вау! Дед, я заберу тебя из школы. Я. Так у тебя нет машины, дед. Я ставлю кишке мягкую и удобную лежанку, кишка. Бля, думал, донат пришел. Сука. Человек приближается к смерти с каждым годом. Тот самый чел, которому на язык упало 3 капли кока-колы. А. Что со мной будет, по мнению мамы, если я пойду гулять после 20? И ты куда саешь, кашик? Мама, чтобы выучить язык, нужно смотреть фильмы на нем. Также я после 2 часов просмотра хентая в оригинальной озвучке. Комьони анатава курёмой суита, сальшова вакара наката, субараши. Я прошу маму отдать меня на борьбу, мама отдает меня на танцы, так же я, когда меня пересанули. Макс! Здорово! Когда пишешь другу поздно ночью, зовешь его... Но он все равно не заходит. Привет. Куда зовешь там? Меня блядь? Зовут Крош. А как зовут тебя? Напиши свое имя в этом окошке. О, это я, блядь. Ну, я надеюсь, это не Саня и не Макс. Я нахожу крутую нычку в прятках. Мое желание поссать. Сбитая кружка, казалось, это было... Илья, сосал ли ты хуй? Мама, сходи к психологу, он задаст тебе несложный вопрос, так же психолог. Да? Пиздёшь. Красиво выглядите сегодня. Ой, спасибо большое, вы тоже прекрасны. Спасибо, Екатерина. Алексей, вы что, блядь, уводите мою бабу? Нет, ни в коем случае не бабу. Ни в коем случае не бабу. Вот, Алексей, спасибо. У каждого на руке есть такой шрам. Если не знаешь, откуда он, то я сейчас расскажу. Думаю, ты будешь шок так же, как и я. Этот шрам появился в детстве после того, как об тебя тушили бычки. Бля, у меня есть такая хуйня. Я помню, чуть не умер потом после этого. Меня откачивали в реанимации. Настолько жесткий бычок попался, пиздец. Я начинаю теребонькать. Нахуй ты это делаешь-то? Я читаю, я! Я когда вспомнил, что на меня смотрят родственники на небесах. Салам алейкум, небеса высокие, творение великого творца. Ну, кстати, было пару раз такой, ёбаный свет. Это я через 10 лет, наверное. Когда я, типа, ну, делал это, и потом такой, блин, а если реально дед сейчас за мной следит, там, бабушка моя, там, не знаю, бля. И такой, бля, ну, конечно, неловко, но все-таки хочется. Поэтому, дед, потерпи. Или отвернись. Не надо смотреть, зачем? Я, конечно, понимаю, что ты теперь крутой, блядь, летаешь по миру в виде какого-то, блядь, привидения и наблюдаешь за всем. Ну, ты сходи сейчас в другое место какое-нибудь, понаблюдай там, не знаю, за другим чем-нибудь. Вот, а я подрачу, и все. Парик придумали в каком-то году. Люди до этого времени. О, это я, блядь, башню строю. Я перекупил смесь, заварка для чая, также я на следующий уровень уже. Бать, да вообще что такое? Реально есть такая карта? Что это такое вообще? Блин!
Мод? А в чем смысл этого мода, я не понимаю, Валю? Я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему...